какой богатырь, а? Ах, да. Ну, растите здоровенькие. Да, да. Хорошенькая, да, такая? Аллочка, вы вновь прибывшая. А новенькие. Да. Хорошо. Сейчас. Ой, какая лясь. Нормально. Все нормально. Нормально. Ирина Григорьевна, у нас подкидыш. Бэби-боксе сигнал сработал. Средь бела дня? Ну да. Давно у нас такого не было. Глаша, ничего не делай. Я скоро вернусь, продолжим. Хорошо. Ломат не строит. Разоружай. Ломают. Как это ломают? Давайте скорее. Алла, позвоните на телевидение и не соберите персонал. Скорее. Стойте! Остановитесь сейчас! Прекратите! Что они делают? Это же Бэби-бокс! Да я знала, что они остановятся. Остановите! Остановитесь! Прекратите! Что вы делаете? Что вы делаете? Отойдите отсюда! Вы что, с ума сошли? Что это такое? Что себе позволяете? В чем дело? Что случилось? Послушайте, уважаемый, я начмед перинатального центра. Бэби-бокс на моем балансе. Эта штука дорогая, понимаешь? Я-то понимаю. А ты понимаешь, что у меня приказ? Что? Так, секундочку. Какой приказ? Чей приказ? Кого надо, того и приказ. Быстрее, быстрее, оставь ты эту дверь. Журналисты. Вони не оберешься. О, что вы думаете по этому поводу? А это возмутительно. Кто-то совершенно бессовестный собирался разрушить наш бэби-бокс. Сейчас, секундочку. Да? Сворачивай все это к чертям собачьим, слышишь? Понятно. Сворачивайтесь. Все, держи на память. Ну что, наша взяла, Вахтан Георгиевич? Слава Сдается Богу. Мне, это только начало. Стоп.
Что это? Пятно какое-то. Похоже на родимое. Товарищ майор, разрешите на секунду. Козырев. Рисковый тип охранника пристрелил. Надо его брать, пока на дно не залег. Если уже не залег. Идеи есть? Есть. Беременная любовница Козырева скоро рожать должна. Я полагаю, он появится, чтобы хоть на ребенка посмотреть. Что за любовница? Риса Куликова, 32 года. Не замужем. Живет в Озерном. Раньше работала в пиццерии у автовокзала. А вскоре после всего этого ушла в декрет. И Козырев там, кстати, больше не появлялся. Я тогда еще разговаривал с уборщицей, так вот она утверждала, что ребенок Куликова именно от Козырева. Предлагаю организовать наблюдение в Озерное. Отличный информатор. Уборщица. Дмитрий Иванович, дайте это дело мне. Я вам за неделю Козырева поймаю. На днях подельник его освобождается по УДО. Никитюк, по-моему. Так вот, через него и поймаем этого красавца. А следить за беременными любовницами... Да только время зря потеряем. Сядешь на мое место, тогда будешь решать, на что тратить время, на что нет. Значит так. Олег, организовываю наблюдение за Куликовой. Слушаюсь. А ты, Гена, займись Никитюком. Слушаюсь. Лариска, Лариска, подожди! Привет, далеко собралась? Я на последнее УЗИ. А ты что, тоже в город? Не, на работу. Уже? Как же Илюшка? Сема понянчит, все равно дома без дела сидит. А твой где? Роды на носу. А счастливого папаши так и не видать. У Коли ответственная должность, командировки. Некогда ему сюда ездить. А деньги он мне на карточку переводит. Ой, рассказывай. Небось, давно уже тебя бросил и с другими развлекается. А ты так его всю жизнь не прождешь, дурында. Лучше моего Колю ждать, чем с твоим. Слушай, Сёма не алкаш. Просто его опять с работы кинули, вот он и выпивает. И вообще, меня Лёня замуж зовёт. Лёня, директор Сельмака, он же старый, Алла, и ты замужем. Слушай, зато при деньгах. И учу, чё ты всё время всех критикуешь? Тебя хоть раз в жизни кто-нибудь замуж звал? Принцесса ты наша. Ой, мой автобус. Ну давай, удачи там тебе. Давай, пока. Саньки, тебя здесь подождем. Спасибо, Андрюшенька. Тихо. Женщина, вы куда? Да я, собственно, к врачу. Так здесь я к врачу. Встаньте в очередь, у вас что, совести нет? Извините. За мной будете. Да, хорошо. Шансов, что малыш перевернется, уже нет. Мальчик крупный, а у вас узкий таз. К тому же при тазовом прилежании в родах возможны различные осложнения. Оно нам надо? Не надо. Одевайтесь. Скажите, а кесарево малышу не навредит? Все будет хорошо, Лариса.
Мы даже можем не делать общий наркоз, а обезболим эпидурально. Тогда вы сможете увидеть своего сына сразу после его появления на свет. Скажите, а шов какой будет? Не беспокойтесь, сделаем косметический. Ой, ну что ж, раз по-другому нельзя, значит, назначайте дату. До свидания. До свидания. Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте. Ложите ребенка сюда, мамочка. Глаша, не ложите, а класть. Одежку с него снимите. Прошу прощения. Как я могу к вам обращаться? Меня зовут Вера Васильевна. Очень приятно. Я Глеб Евгеньевич Нескоромов. Буду личным врачом вашего ребенка. Рудник Андрей Андреевич. Угу. На что жалуемся? Ничего, просто плановый осмотр перед прививкой. Это правильно. Профилактика – лучшее лечение. А это у нас что? Где? Вот, видите пятнышко? Ой, так сразу увидели. Может, комарик укусил. Как давно? Да я не замечала. Нет, Вера Васильевна, так не пойдет. А если это невус или гемангиома? Прошу вас, понаблюдайте за ним. Если станет увеличиваться или краснеть, немедленно ко мне. Возможно, придется удалять. Ну, пятнышко может быть вполне безобидным, тем более, что наблюдать можно до 5 лет. Вы слушайте, что вам доктор говорит. И поменьше смотрите этой дребедени в интернете. Хорошо. Верочка Васильевна, моя дорогая. Дорогая, привет. А мне на ресепшене сказали, что вы здесь. Привет, мой дорогой. Привет, мой сладкий. Как он вырос. А что, как? Вера Васильевна, как вам наш новый доктор? Все замечательно, спасибо. Прям профессор. Глеб Евгеньевич, вы понравились заведующей отделением Вере Васильевне Соколовой. Это многого стоит. Вообще она у нас строгая. Спасибо, я не знал, там написано Рудник Андрей. Глеб Евгеньевич, все правильно. Очень хорошо, что не знали. Перед врачом все пациенты должны быть равны. Идемте, я сумочку возьму. Идем, идем, идем. Работайте. До свидания. Глаша. Спасибо. Пошли. Профессор. Не так. Вот, полюбуйся. Вадик, я тебя обожаю, ты лучший. По-твоему, это смешно? Написать такое парню моей лучшей подруги. Лёля, ну я его с другим Вадиком перепутала. А кто тебе вообще разрешил брать мой телефон? Я помочь хотела. Ты же сама говорила, что в твоей личной жизни полный мрак. Я тебе такого не говорила. Вот что ты все время лезешь туда, куда тебя не просят? Женя. Всем привет. Женька, ты чё сестре грубишь? Опять Женька? Мало того, что меня отдельной комнаты лишили, так теперь я из-за Лёли еще и без подруги останусь, да? А виновата все равно Женька. Может, мне вообще из дома уйти, а? Так, ну-ка, стой. Лёля, извинись перед сестрой. Я? Лучше сдайте мне обратно в детдом, если я вам всем так мешаю. Лёля! Лёля, ты что? Мы тебя очень любим. И я, и папа, и Женя, все. Ты что, Зайка? Ну, что ты творишь? У нас же ребенок еще. А я вам больше не ребенок? Надо мной издеваться можно, да? Да ребенок ты, ребенок. Такой уже большой и глупый. Чего, правда жалеешь, что мы Лёлю взяли? Да нет. Ну так вот и не надо ссориться. Поняла? Ни к чему это. Так, Лёля, Женя, быстро помирились. Лёль, прости, что накричала. И ты прости, Женька. Ну, привет, жена. Привет, дорогой. Сметанку бери. Пожалуйста. Надолго? Да, я думаю, на неделю, а там как карта лежит. За неделю девчонки меня съедят. Машенька, хлебушка, подай, пожалуйста. Ой,
Боюсь, пока мы не купим квартиру побольше, ссоры не прекратятся. Когда ваша уже береза пойдет на повышение? Я думаю, скоро. Но на его место, скорее всего, Генка поставит. Ну почему? Ну ты же больше подходишь на должность начальника отдела. Так жаль, что не ты это решаешь. Олег! Верочка, подай, пожалуйста. Конечно. По здоровью. Не хочет спать. Вахтанг Георгиевич, ну как тут у нас, рассказывайте. Да нам бы аппаратуру новую. ИВЛ, ДМРТ. Угу. Мечта идиота. Ну почему же? Это вполне реальная мечта, как хороший проект для спонсора. Как Иван Иванович Трофимов? Вы ему звонили? А вы разве не знали? Что? Неприятности у него, мягко говоря. Дома что-то случилось? Не, я, честно говоря, думал, вы в курсе. А что такое? Да вот, посмотрите, вот репортаж в интернете. По подозрению в финансовых махинациях и уклонении от уплаты налогов арестован президент благотворительного фонда содействия Иван Трофимов. Сам он свою вину отрицает. Господин Трофимов, прокомментируйте, пожалуйста, это. Чего тут комментировать? Это или недоразумение, или сознательная провокация. Этого не может быть. Моя компания всегда вовремя отчитывалась. Иван Иванович, он совсем не такой. Разберут. Проходите. Вот сюда, пожалуйста. Дом отличный. Сын себе как дачу построил, а пользуется редко. Вот я его и сдаю. Ну, а что ж добро пропадать-то? Точно. Лучшего места для отпуска вам не найти. Лес рядом, озеро тут, тишина. Стой! Я тебе покажу, как продукты в холодильник, а ты! Стой, кому говорят! Послал же бог соседей. Всех дачников не пораспугивает. Что нам так весело? Радуешься, что сын охламоном растет? Ты что, будь рябку ему задать? Да я не понимаю, что мне вообще делать. Мне вот табуретку чинить или за Петькой гоняться. У вас все соседи такие буйные? Не, только Рябовы. Все остальные нормальные. Куда? По работе. Ларисочка через дорогу живет. Она с Алкой в одном классе училась, так небо же земля. И тихая, и спокойная, ребеночка ждет. Ну, раз все соседи тихие и спокойные, одних Рябовых я как-нибудь вытерплю. И правильно. А если хотите, я вам трехразовое питание организую. Мой дом здесь, недалеко, рядышком. Договорились. По рукам? По рукам. Можно разгружаться? Можно. Пойдем. Опа! Привет, сосед! Вижу, наш человек. Рыбачить любишь? Есть такое дело, Олег. Семен, хорошие места знаю. Клев, во! Могу показать. Не откажусь. Договорились. Пойду вещи разгружать. Бывай. Наша. Так а что дальше-то был? А что дальше? Дальше я и не выдержал. Чё ж ты, говорю, козёл? Кирпич-то, ай-яй, бракованный ты привозишь, ты же на всех подставляешь. Ну, он меня тут же и уволил, так что не везет мне с работодателями. Бывает. Я возьму. Да, конечно. О, Ларк, познакомься, это наш новый сосед, дачник. Ага. Олег! Добрый вечер.
Что это с ним? Да. Не обращай внимания. Она всю жизнь такая. Всю жизнь от мужиков нос воротила, все принца ждала. И что, дождалась? Какое там? Залетела непонятно от кого, все пыжится. Мой Колька такой, мой Колька раз такой. А никто этого Кольку в глаза не видел, понимаешь ли? Принц, невидимка, ну пошли, пошли. Да-да, я сейчас. Здрасте, Клав. Здрасте. Ну, как вы? Ряба вы сильно достают? Да нет, пока терпимо. А я вам супчик привезла. Спасибо. Я на стол поставлю? Да, конечно. Ну и хорошо. Да. Добрый день, Ларис. Здрасте. Да что ж вы делаете? Может, вам помочь? Нет, я справлюсь сама. Зачем же так сурово? Я чисто по-человечески предложил, можно сказать, по-соседски. Благодарю, не надо. Ну, как знаете. Ну, иди, ешь, пока горячий. Да, спасибо. Мужик же хороший и, похоже, одинокий. Слушай, ну нет, чтобы улыбнуться там. А вдруг у тебя с ним что-то и получилось бы? Мне чужих мужиков не надо, у меня свой есть. И где он? В командировке. Ой, молодежь. Не бейте, я больше не буду! Я не собирался. У вас что, дома хлеба с колбасой нет? Дома ничего нет, только молочная смесь для Илюши. Мамка не готовила, на работу спешила, а папка вообще из дома ушел. И часто дома есть нечего. Только днем. Вечером мамка с работы приходит. Приносит еду, а у нас продавщица все бумаги. Ну, я пойду. Погоди. Колбасу возьми. Я же уже поел. Бери, бери. На потом. Спасибо. Ну чё, как клёв? Да никак. Везуха, куда ни плюнь. Слушай, Сём, шёл бы ты домой, м? А то Алла на работе, ты на рыбалке. И дети ваши, как бабе из призорника. Клавка за ним присмотрит. У Клавки своих дел по горло. Ты в курсе, что Петька по селу голодный бегает? Чё, ещё один мне воспитатель нашёлся? Алка с утра до ночи пилит, что все дело не так, и ты туда же. Сёма, проблемы в каждой семье бывают. Чё дети должны страдать? Конечно же. Страдать должен я. Я же никто, я же не человек. Я так, тля безработная. Ой, Лар, не знаю, что и делать. То ли с Сёмкой мириться, то ли Леонида в ЗАГС тащить. А ты хочешь за него замуж? Он обеспеченный, надежный. Ну и Сёмку жалко. Сопьётся ж без меня совсем. И что с детьми? Не, ну я, конечно, убедила Лёньку, что Илюша от него. Но усыновить еще и Петьку он не согласится. Подожди, Илюша сын Леонида? Ну так... Ну, не знаю я. То ли от Леньки, то ли от Семки.
Вляпалась, блин. Ну вот я знаю от кого, а толку-то? Похоже, ты права, подруга. Придется расти малышу без отца. Петька! Нельзя туда! Дядя Лев! Так не раскисай. Может, еще вернется твой... Лар! 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 А, что? Ой, господи, Ава! Ава! Вызывайте пожар! Там Илюша. Вот! Удачи. Витька! Витька! Витенька! Живой! Живой! А Илюша где? Там! Спасибо вам за Илюшу. Страшно подумать, что могло бы быть, если бы не вы. Спасибо. О, я не понял. А это что еще за явление среди ночи? Лень, у нас дом сгорел. Жить негде. Ты же не оставишь нас с Илюшей на улице. Ну, понимаешь, у меня дом не резиновый. Петька меня просто провел. Он с Семеном будет жить. Мам, я не хочу туда. Можно я с вами останусь? Нельзя. Ну, давай, давай к отцу. Ну, давай. А для родного сына и любимой женщины, надеюсь, в доме место найдется? Да не говори ты ерунды. Заходи. Ты где шлялась? А? Из-за тебя чуть дети не сгорели. Это тебя где носило? Ты же их отец. А может, это ты дома и поджег алкоголик, чертов? Да что ты несешь, дура? Так, я фельдшер, а не педиатр. Первую помощь я оказал. Советую как можно скорее отвезти ребенка в больницу. Он мог надышаться угарным газом. Алло. Здравствуй, Ларочка. Коля. Я уже не надеялась тебя услышать. Вот как. Ну, а ты как думал? Два месяца ни слуха, ни духу. Я решила, что ты забыл о нас. Прости, малыш. Командировки чертовы. Одна за другой. Совсем замотался. Ну, я думал о тебе все время. Как ты, как ребенок? Мы в порядке. Коль, нам тебя очень не хватает. Мне на завтра назначили кесарево. Я боюсь ужасно. Не бойся. Я позабочусь и о тебе, и о ребенке. Во сколько нужно быть в роддоме? В 12. Пренатальный центр на улице. Я сам тебя туда отвезу. Завтра в 11. Жду тебя на окраине. Договорились, любимый.
умереть! Я вам сказал! Ключи от хранилища! Ключи от хранилища! Быстро! Лариса, здравствуйте. Здравствуйте. Я в город, вас подвезти? Да, мне в пренатальный центр, если вам не сложно. Да, конечно, не сложно. Садитесь. Возьмите. А вы слышали? Семенов в поджоге обвиняют. Вы думаете, это он? Нет, он очень добрый, хороший человек, детей любит. Просто невезучий. Лично работу теряет, разуверился в себе. А тут еще Алла, да не будет она счастлива с Леней. Вы думаете? Почему? Потому что любой женщине хочется рядом видеть надежного мужчину. А он просто богат. Ну, я думаю, вам повезет больше, чем мне. А мне уже повезло. Просто он должен был заехать, видимо, что-то не получилось. А что так? А мы скоро приедем? Да, почти приехали. Ну чего он орет и орет? Ну, ты можешь взять его и как-то угомонить. Я телевизор не слышно из-за него. Твой сын чуть дымом не задохнулся. Вот и плачет больше обычного. Ты это своему Семену спасибо скажи. Слушай, видишь, он от папиного голоса сразу и успокоится. Нет. Я этого долго не выдержу. Ну откуда он на мою голову свалился? Женщина,
А что вы тут делаете? А, добрый день. А что это у вас тут такое? Детям что, корм из этого окошка дают или что? Да какой корм? Это бэби-бокс называется. Ну, детей туда подкидывают, если кто родил. А воспитывать не хочет или не может? Как это? А что потом с этими детьми делают? Ну, ухаживают за ними, осматривают. А если мать не найдется, другим отдают. Но кто хочет родить, а не может. Понятно, ого. А, слушайте, а где у вас тут палаты? А, мы как раз идем, идемте, мы вас проводим. А, да, спасибо. А я, представляете, подумала, что детям корм из этого окошка дают. Ну, дают, Лен, ну ты посмотри. Тук-тук, можно? Алка, привет. Входи, конечно. Привет! Поздравляю! Спасибо, родная. Ну что, лежишь, прокисарили? Зато он богатырь. 52 сантиметра, 3600. Молодец. А что, Коля, наверное, примчался на седьмом небе от счастья? Ну, обещал в роддом отвезти и пропал. Я не понимаю, за что он так со мной, а? Да. Так, ты не реви. Может, приедет еще? Да сегодня просто день такой дурацкий. Я вам вообще с Ленькой так поругала, что хоть бери, да на улицу с малым иди. Так у меня поживи! И стать матерью-одиночкой, как ты? Зачем ты это так? А я тебе тут подарочки принесла. Из собственного магазина. А, да? Оп! Класс! Оп! Спасибо. Ну, кто тебе еще принесет? А вот и наш богатырь, мамочка. Алка, кормящим нельзя. Медсестричке отдашь. Так. Давайте, давайте будем кушать. Спасибо. Давайте будем кормить. Ай, боже мой. Ай, боже. Сладко, сладко спел. Бутузинка. Красавец, здоровяк. Посторонним нельзя. Выходим, выходим. Ухожу, ухожу. Так, все, Лариска, ты не скучай, от всех наших привет. Созвонимся? Да, да, да. Яблочки забрала. Здоровье. Спасибо. Ну, давай маленький. Вот, ваш первый подкидыш, Глеб Евгеньевич. Да, невеселая у тебя жизнь началась, пацан. Иди, Антонна, ватные палочки и перекись. Ну, что у нас тут происходит? Ребенок беспокойный. Синюшный оттенок кожи, глубокое частое дыхание. Похоже на гипоксию. Послушайте, как бьется сердце. Похоже на порог сердца. Везите на рентген-исследование его. В реанимацию? Однозначно. Записал. Что? Это я теперь еще, получается, ребенка украл? Да ты вообще в своем уме? Я проверил, нет ребенка у Семена. Да и зачем мне это делать? Да тем, что ты от ревности совсем спятил. Поэтому и дом поджег, и Илюшу украл. А? Что? А? Это твой вон Ленька. Он Илюху украл. Да! Че да? А то, что половина зерного слышала, как ты орал, что мне он спать мешает. Я, в отличие от этого социально опасного, безработного, общественно уважаемый человек, и мне бы даже в голову не пришло с ребенком что-то делать, в отличие от него. Чего? Чего? Успокойтесь. Мы
обязательно найдем вашего ребенка. Точно. И виновного в его похищении тоже. Здравия желаю. Здорово. Какими судьбами? На Береза к тебе прислал на посту сменить. Докладывай обстановку, что слышно. Да пока ничего. Это ты сколько Куликова уже послушал? Баба родить успела, а Козыревым так и не пахнет. Насколько мне известно, ты его тоже пока не поймал. Так опера подвели. Они же не бегают, а ползают, как сонные мухи. Ну да. Ладно, поехал я. Дежурь. Может, тебе больше повезет. Да повезет, повезет. Спасибо. На здоровье. Ой. Добрый день вам. А, здравствуйте. Слышал, беда у вас, Илюша пропал. Да, горе такое. Слушайте, в перинатальный центр малыша подбросили. Может, это он? А ты откуда знаешь? В новостях сказали. А не говорили, кто это сделал? Нет. Но думаю, стоит поехать посмотреть. Чего там смотреть? Стал бы ее вечно пьяный муж по городам ездить, детей подбрасывать. Но все-таки стоит поехать проверить. Малыш в тяжелом состоянии. Как в тяжелом состоянии? Что с ним такое? Люн, давай поедем. Сейчас, сейчас я все брошу и поеду, помчусь. Да не он это, не он. Ленечка, если он, умоляю, поехали. А отчет кто делать будет? Леня! Извините, но пустить вас в реанимацию я не могу. Лида! Сфотографируйте, пожалуйста, подкидыша и занесите фото ко мне в кабинет. Возможно, нашлись его родители. Угу. Спасибо. А почему он в реанимации? Он поступил в тяжелом состоянии. Гипоксия, порок сердца. Порок сердца? У него не было порока сердца! Ну, причин тут может быть много. Пьющие, мать или отец, например. Или неблагоприятная экологическая среда. До поры до времени он может развиваться незаметно. Но вот если ребенок попал в стрессовую ситуацию, быстро проявляется. Добрый день. Здравствуйте. Вот этот малыш. Да, это мой сыночек. Леня, это наш. Ну какой порог сердца-то? Спасибо, Лида. Разрешите? Подождите. Еще вчера он был совершенно здоров. Вчера он не был здоров. Другое дело, вы не заметили его состояние? Я не заметила. Да я глаз с него не спускала. Как же у вас тогда украли ребенка? Леня, нужно срочно его отсюда забирать. Куда? Я не знаю. В столицу, в лучшую клинику. Пока его здесь не угробили. Ты совсем поехала? Ты знаешь, сколько такая клиника стоить будет? Тебе что, на собственного сына денег жалко, что ли? Я еще, курочка, должен убедиться, что он мой. Твой, конечно. Чей же еще? Верить на слово – это все равно, что товар принимать без накладных. А ну-ка скажите, у вас тут делают эти тесты на отцовство? Тест ДНК делают в специализированной лаборатории, но только согласие матери. О! Мать! Чего молчишь? Ну, давай, давай сделаем, раз ты так хочешь. Мать согласна? Прекрасно. Давайте. Давайте. Очередной форс-мажор. Ты как, родила? Малыш, я понимаю, я подвел тебя ужасно. Чувствую себя подлецом. Но у меня на работе такое случилось. Какое? Даже рассказывать не хочу. Зачем тебе нервничать?
Ты лучше скажи, как ты, как ребенок? Я места себе не нахожу. Все в порядке, у тебя сын. На тебя похож. О, вот это хорошо. А деньги нужны? Нет, есть еще. Нас в воскресенье выписывают, заберешь? В воскресенье? Черт, я только в следующую среду из Польши вернусь. Понятно. Не обижайся. Я сам ужасно расстроен. Но я как только вернусь, я сразу к вам. Обещаю. Хорошо, целую.